Снова здравствуйте! Вы на кухне Любани, а это значит, вы на моей кухне. И сегодня на ужин я хочу приготовить картошку, запеченную в духовочке со сливками, сыром, яйцом. Ну, короче, картошка, запеченная в духовке. Для этого понадобится картошка, которую я уже почистила, помыла и обсушила полотенечком, чтобы была сухой. Две такие вот луковицы. 3 зубочка чеснока, 50 грамм сливочного масла, растительного масла где-то 2 ложечки пока, там будем смотреть, 200 грамм сливок, 33%, 150 грамм сыра, натерла уже на терку, значит 3 яйца, ну соль, соответственно, пока стой ваши руки. Значит, духовку еще не включала, включила, сковородочка у меня греется, я налью сюда растительное масло, где-то, ну так вот, 2 ложечки. Столовых. Вот. За это время сейчас мы слайсами, там полуслайсами, как вы любите, нарежем картошку, пока греется сковородка. И так режем, где-то вот так вот. Не сильно тонко, но. Так, смотрите, вот так я картошку вот нарезала. Не сильно тоненько, вот видите, такие вот кусочки. Значит, сейчас я ее немножко присолю. Опять по вкусу. Ну, сильно не пересаливайте, потому что там еще будет сыр. Он же тоже солененький, чтобы не пересолить. Пересоленное блюдо, это уже блюдо, будем говорить, пропащее. Недосоленное, то его можно исправить. А пересоленное, это уже блюдо. Значит, дальше. Сковородка с маслом разогрелась. Я отправляю сюда картошечку. Вот, видите, так. И так вот обжарим. Минут 10 будем ее обжаривать. Не сильно, немножечко просто обжарим. Хочу сказать, что духовочка у меня 180 градусов уже включена. Все, будем ждать. Но за это время, одну секундочку, за это время мы должны где-то слайсиками нарезать эти 2 луковицы. Это картошечку я немножечко обжарила, вот смотрите. Теперь я измельчила лук, ну, показывала я его вот так вот колечками, отправляю в картошку. Вот сейчас вот так картошки и слегка перемешаем. Вот мы перемешали и выключаем. Сковородочку выключаем. Накрыли крышечкой, пусть постоит, подождет нас. Что мы делаем дальше? Значит, смотрите, мы будем делать заливочку в это, для этой картошки. Значит, 3 яйца я показывала, отправляю сюда в миску. 3 яйца. Сюда же сливки. 200 грамм, я уже говорила. Густые сливки. Хорошенько там выбираем. Вот они густые. Вот. Вот взобьем сливки и яйца. Это нам не надо. На задний план, как я говорю. Взбиваем хорошенько, взобьем. Сюда добавим, у меня 3 зубочка чеснока было, это лучок. 3 зубочка чеснока, смотрите, значит половинку я где-то брошу в заливку. Вот. А половину мы формочку потом положим. Вот хорошенько, хорошенько взобьем теперь. Значит, яйца со сливками я уже взбила. Теперь вот этого сыра, вот где-то половинку отправляем сюда же, видите. Ну так, на глаз половиночку отправили. Сюда в заливку. Опять чуть-чуть вот так перемешали. Вот. Немножечко. Все. Берем картошку. Сначала смазываем. У меня 50 грамм было масла, я вам говорила. Хорошенько смазываем форму маслечком со всех сторон. Хорошо-хорошо смажем. Потому что это очень важно. Вот. Хорошо-хорошо. Сейчас я вам покажу. Остальное масло я отлаживаю. Значит, отправляю сюда картошечку. На дно, кстати, я еще забыла, потому что сейчас немножечко. На дно посыпаем чесночок. Тот, который остался. Так хорошенько-хорошенько его посыпем. Здесь вот. Вот. Ну и там распределим, чтобы он был не в одной же кучке весь. И сейчас мы сюда выложим картошечку нашу. Вот она.
она. Вот и вот так вот выложу сюда. Вот половинку выложили. Вот. Сейчас немножечко зальем вот этим соусом. Можно взять даже, наверное, ложку, чтобы было удобнее. Сейчас или там что-то. Возьму такую деревянную, которая побольше. Вот смотрите. Вот так вот залили. Вместе берете вместе со сливками, с сыром, чтобы было вкусно, все пропиталось. Вот и по всему. Вот залили. Теперь вторую часть также. Все, выложили масло. У нас немного, потому что мы всего жарили картошку на 2 столовых ложечках растительного масла. Вот, смотрите, следующий слой. И теперь мы уже эту заливочку всю выливаем сюда. Я уже слышу, меня зовет духовка. Духовка наша разогрелась. Так, смотрите, вот распределяем. Здесь сыр, который был, всю. И засыпаем. Кстати, еще у нас осталось вот масло. Берем такими слайсиками и вот так вот разложим по картошечке. Вот. Там у меня есть одна подписчица, которая очень раздражает, которую... Когда я говорю картошечка, морковочка, ну уж извините, ну так получается, потому не обижайтесь. Она мне пишет замечание, ну простите, так получается. Вот положили и сверху присыпали этим сыром. Хорошенько присыпали все. Вот распределяйте так, чтобы всю картошку прикрыть, все было хорошо. Весь сыр, все, с бортика все убрали, посмотрели, проверили, чтобы ничего нигде не горело. Вот. И в таком виде мы отправляем картошку в духовку минут на 20. А там будем смотреть, ну, чтобы все поджарилось, чтобы была румяная корочка. Все, отправляю в духовку. Итак, достаем картошку. Копочку я пока, смотрите. Вот что это, мы здесь ее доставали, надо обязательно, я говорю, вот смотрите, пробуйте, рассматривайте. Вот я, смотрите, вот так вот, какая она там, прожарилась или нет, на вид красивая. Сейчас попробуем, как присыпать можно немножечко вот лучком, зеленью, если вы желаете. Ароматная, конечно, ароматы не могу передать. Я еще раз повторю, жалко, что камера не передает ароматы. Вот я немножечко так сейчас возьму. Смотрите, очень нежная. Вот видите, прям такая. Вот она. Сейчас вилочкой попробуем. Горячо, конечно. Чуть-чуть еще можно добавить лучка. Что там у вас? Помидор, огурчик. Сейчас я попробую. Пахнет. Что сказать? Вкусно, мягенькое. Если только обязательно, хочу вас предупредить, когда будете нарезать, нарезайте слайсиками потоньше. Когда, потому что если будут толстые и тонкие, тогда будет тяжелее прожариться. Поэтому все такие потоньше слайсики, где потолще, она немножечко такая рыхловатая. А где... Ну... Но все равно очень вкусно. Готовьте, радуйте своих близких, родных. Заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну а пока, до свидания.